Всем привет на канале Готовим вкусно. Меня зовут Али. Я вам открою секрет приготовления шашлыка. Мы готовим сегодня мясо свинина ошеек. Берем ошеек. Тут мариновка один ночь. Только вот вечером мариновали. Ну, в принципе, это и мариновка называть тоже сложно. Почему? Потому что это не маринад. Мы его дадим паприку, кориандр, соль и перец. И больше ничего не делаем. Мы один ночь его оставляем. И готовим на температуру, чтобы угли не были сильно горячие. Почему? Потому что, ну, когда сильно угли такие накалистые, шашлык может прогореть где-то. А так у нас умеренный огонь, вот. Не сильно большой огонь, температуру не даем. Вот. И вот жарим и переворачиваем по одного вот шашлыка 4 раза. 4 в одну сторону, 4 в другую сторону. И в принципе здесь, да, такого мы лучной сок даем. Сок лука, оно придает шашлыку мягкость, и оно сделает мягким, и привкус хороший дает. Все. Вот фактически шашлык уже готов. Вот обрезаем самую толстую, вот которая вот среди них есть. И вот открываем, смотрим. Вот. Степень прожарки идеальна. Лучше не бывает. Подписывайтесь на канал, я вас порадую еще не одним вкусным рецептом.